играем на старте Бэдварсом вместе с Картоном. Давай поздоровайся. Привет. Вот, это магазинчик. Интересненькие острова такие. Домики. Да. Вот наша кроватка. Там уже нам центр уже простраивается. Угу. А мы пока что на острове застряли. А я думаю, соседи нам сейчас помогут и с той стороны. Они как раз достроятся. Это точно. Смотри, что они делают. Так, а я застраиваю нашу кроваточку. Угу. Уже идет на нас, посмотри только, посмотри, какая наглость. А, сделай удочку, а, пожалуйста. Я какая его скинуть наглость, не могу. А? Он может. У меня скинок может? Вдвоем сейчас, вдвоем. Пошли. А я пустой, кстати. Пустым иди. Идем мы. Он оделся, он сейчас мстить будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что вышло у нас? Он по мосту идет. Скинуть надо. Есть! Убили одного. Мы заняли два острова уже. А сгоняй туда, забери у него ресурсы, а то у нас мало. Я а кровать сейчас делать надо. Да, кстати. Забери у них ресурсы и заделаем кровать. Окей. Смотри, они уже так неплохо делают. Соседи нас. Надо будет. Ох, у них тут ресов куча нападала. Забираю все ресы. Давай. И кровать обустраиваешь, а я иду к соседям тогда. Да, давай. Познакомлюсь с нашими дорогими соседями. Надо еды еще немного. Да, да. Не забываем кушать, подкрепляться. Задел нашу уже кроватку окончательно. Давай. Я знаешь что, я пока что сломаю мост. Нас давай. То есть, если еще к нам быстро не достроились, как в прошлый это раз. Это точно. Вот, кстати, задний вход. А, там рез с золотом. Где золото? Сзади. Ой. А мы даже не видели, да? Да. Мы даже не догадывались. О, поспеха, а то у меня мало их. А, и к нам идут. Давай лук делай. Лук делай. Сейчас их надо будет атаковать. Оранжевый там носатого охраняет. Там сзади пришли. У меня то ли глюч, то ли щел. Надоело вот эти глюки, когда не догружается игра. Понятно. Ты убил? Да. Молодец. Сейчас нам и туда надо смотреть. Но мы держимся. Ты пошел что ли на них? Вот это да. Вот это ты прям. Да просто они на нас идут постоянно. Что я сделаю? Я что ли виноват? Я первый не начинал. Да. Я у них на крыше. Молодец. Блин, а они свою кровать охраняют. Понятненько. Ай, у них хорошо застроено, так просто не получится. На, кирку тебе. Давай. На. Так, и застраиваю нашу кроватку, продолжаю. Попал в него, попал! Вот это да, я даю. Молодец. Так, я тебе еще золото принес. Лук делай. Да я не могу, мало просто. Ломай, ломай, давай быстрее. Блин, не удалось его зацепить, не удалось, у меня что-то подлагало почему-то. Че, он кровать тупо охраняет? Луки купили уже зеленые, молодцы они, быстро купили луки. Один одного прикрывает. Вот это они молодцы, вот это команда. А, я также закрываю нашу кроватку. Постараюсь ее полностью защитить. Боюсь, что мы сейчас проиграем.
Зеленых убивают. Вот это да. Смотри, тоже зеленый не побежал, а то он там как-то подозрительно. Вон строится. Он строится. Строится к нам уже? Да. Мы где-то на третьем месте пока что находимся. Я сзади желтых стою. С другой стороны уже острова. Они решили занять и этот остров. Так что я им это не дам сделать. Упал, есть. Золото упал, золото. Иду на следующий остров, пособираю золото, думаю, желтых тоже надо будет у них золото забрать. Да, да, надо будет. Пока держимся, да? Да, держимся, опять золото собираем в соседних островах. Нам надо все топовое купить. Тут совсем мало золота. Они, походу, опять сюда построились. Нам надо все топовое. Отбивай, отбивай. Когда он успел? Ес, убил. Надо быть поосторожней. Я в центре бегаю сейчас. Немало золота было. Да, давай. Ай, к нам походу идут. Сзади. Желтые, желтые, да ладно, желтые уже на нас пошли. Вот это у них луки. А я броню какую взял? Третий класс. Зеленые не идут там сзади, надо посмотреть на них. Твари. Обоих сторон. Yes, yes! Убил его! Убил! Тогда я зеленого обстрелил. Зеленый у нас! Как? Не давай ему ничего сделать. Я у них. Yes, убил его луком. А я поломал. Молодец. Он не возродился. Yes. Финальное убийство. Вот это да. Теперь осталось убить одного желтого, и мы затащим эту катку, ребятки. Так, я иду к желтому. Иди к тебе. Не знаю, там желтый в центре. Лучше поохраняй. Вот так вот. У него уже нет кровати. Остался один. Он на центре. Я его увидел. Лезет наверх, наверх лезет. На центре. Наверх? На центре. А. Ну сейчас его снимем тогда, если он наверх полез. Увидел его? Давай бей. Да, у него лука нет. Нету лука? Все, я его зазал. Давай, давай. Мозг ко мне пройти. Иду к тебе. Ох, и золото здесь. Куча золота. Держи его. А тебе есть золото на новый лук? Вон он, где? Идем. Yes, мы Чё? Победили. Это было все, подписывайтесь и ставьте лайки. Всем да. Пока. Игра получилась долгая.